В ауле Псыш прошел марафонный забег, посвященный земляку, герою Советского Союза Замахчире Кунижеву. Это спортивное состязание является частью плана праздничных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. За состязаниями наблюдала и наша съемочная группа. Артур Мхце подробнее. Замахчире Кунижев, уроженец аула Псыш, является первым представителем Карачаево-Черкесии, героем Советского Союза. Эту награду он получил в 1940 году, во время Советско-финской войны. Позже Замахчире Османович участвовал и в Великой Отечественной. В память о заслуженном ветеране в его родном ауле прошел марафонский забег. Участие в состязаниях приняли как опытные спортсмены, так и просто рядовые поклонники здорового образа жизни из многих населенных пунктов республики. Это очень хорошее знаковое мероприятие, потому что в этот день выходной все дети не будут находиться дома, а будут здесь осуществлять этот забег. Это еще раз говорит о том, что мы должны обращать внимание на здоровье наших детей, на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Спорт объединяет людей разного возраста, рода занятий. В этом можно убедиться, наблюдая за участниками марафона. Поклонники активной дисциплины нашли время в выходной день выйти на трассу. Одна из участниц забега Динара Цекова. По ее мнению, спорт – это возможность лучше узнавать мир, находить новых единомышленников. Я нашла много друзей, побывала там, где не бывала никогда. Очень люблю заниматься спортом. Спорт укрепляет здоровье. Такие мероприятия сближают наши улы, сближают всех нас. Это новое знакомство, общение. Это вот такие хорошее настроение, позитив и так далее. Я хочу от всей души поблагодарить Академию спорта Алашара, Аллах Сурасха, чтобы пожелаю, чтобы таких мероприятий много проводило, чтобы наши дети занимались спортом. Сами соревнования прошли на трассе в интересной, бескомпромиссной борьбе. Впрочем, главное в таких состязаниях не победа, а именно участие. Ведь каждый из вышедших на старт может смело считать себя победителем. Победителем над ленью и самый ценный приз – укрепление здоровья. Артур Мхце, Фатима Хунова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.